Всем привет! С вами я, Александр Сучков. И в этом видеоролике пришло время вам рассказать о FPS в CSGO, она же Counter-Strike Global Offensive. В общем, в этом видеоролике я вам расскажу, что случилось с FPS в этой игре. Как вы знаете, игра стала лагать. Ну вот, прям лагать. И играть стало невозможно, поэтому я пока что решил в нее не играть, пока разработчики игры не исправят эту ошибку. Ведь это просто такая фигня, что вообще, какие вы бы ни настройки ни ставили, все равно игра будет лагать. И поэтому я не знаю, что делать. И пока что я написал только в Steam и просто закончил игру. Пока что меня еще никто не ответил нормальным ответом. То есть я пробовал разные тактики, там менять настройки, что-то настраивать в NVIDIA видеокарты. Ничего не помогает. То есть ничего с этим сделать нельзя. То есть я так и буду сидеть, играть, и у меня будет лагать моя игра. Вы даже не представляете, сколько я денег потратил на эту игру. На скины, на аккаунт. Я просто не хочу бросать эту игру. Но придется. Ведь я не могу играть. С этими багами вообще играть невозможно. Убить игрока вообще сложно. И поэтому я не знаю, как это сделать. Давайте посмотрим, какие у меня есть настройки. Заходим в настройки. Давайте сначала посмотрим настройки видео. Вот. Мои настройки видео. Вот. Какие бы я настройки ни ставил, будут это супер низкие или какие-то супер крутые, ничего с этим не будет. Ничего из этого не будет работать. Игра все равно будет лагать. И дело не в сервере, не в самой игре, а дело просто в самой игре CSGO. Гейб ворует FPS. И почему он так делает, я не знаю. Возможно, это как-то связано с Source 2. Так же было с Дотой, но пока что я просто не знаю. Мой ответ на сегодняшний день, почему Гейб ворует FPS, ответ такой. То, что в игру добавляется слишком много всякой разной хрени. Исправление багов, скины, даже какие-то вообще ненужные вещи. Постоянно что-то добавляют новое в Valve. И поэтому, может, из-за этого лагает игра. Ну вот, лагает. Даже на этой видеоролике уже видно то, что игра ну, просто лагает. Это реально видно. И вот самая такая карта, которая лагает на сегодняшний день, это Dead Rain. Как бы я на ней не играл, все равно здесь лаги. Да, они маленькие, потому что я отключил все процессы. Ну, лаги стали поменьше, конечно. Но все равно игра лагает. И это дело не в интернете, как я уже сказал, или в каких-то настройках. Это дело реально в CSGO. У меня нормально с соединением с интернетом, у меня супер игровой компьютер, который поддержит любую игру на ультрах, и у меня раньше так не лагала игра, как сейчас, и я ответа не могу дать точно, почему лагает игра. В общем, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сучков, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео и всем пока!